третий раз бренд Candy Lady под руководством Ольги Барабанщиковой показывает свою коллекцию на Беларусь Fashion Week. Я думаю, что этот один из брендов, который точно знает, что хочет женщина, что она хочет увидеть, и предлагает это. Я одна из первых клиентов Candy Lady. У нас уже есть с доченькой Family Look от Ольги Барабанщиковой. Это пальтишко Оли Барабанщиковой Candy Lady. Я очень люблю ее лаконичные изделия, ее повседневный стиль, который подойдет любой женщине. Это все носибельно и актуально. В общем, ну, на самом деле я очень люблю этот бренд. Я ожидаю от показа что-то нежное, как сама Оля. Легкости, невесомости, энергичности, праздника, доброты. Она сама очень милая, и бренд настолько милый и душевный. Все, что она делает, это делается всегда с большой любовью. Мы будем очень рады поучаствовать в показе. Надеюсь, пройдет все очень хорошо. Очень хочется выступить. Там много народу-то. Там гостей много, так что волнительно все равно. Там даже мест не хватает. Что она сейчас 100% волнуется. Волнуюсь очень. Сейчас волнуюсь чуть меньше, потому что одежда уже здесь, и это большой плюс. Девочки все красивые, хорошо расстроенные, обувь у нас красивая, украшения безумно красивые, команда хорошая, поэтому я думаю, что у нас все получится. Видите, приходится подрабатывать иногда, потому что иметь бренд одежды нынче очень дорого. Я уверена, что просто у них все будет и есть для настоящих, душевных, искренних женщин. Жду прекрасной весны и лета и думаю, что выберу себе идеальное платье. Сегодня на показе наших зрителей ждали необычные подарки. Мы очень к этому подходили с душой. У каждого был конвертик с нашим логотипом. И в этом конвертике было письмо, написанное от руки. Очень многое хотелось сказать, но нужно было это вместить на небольшую страничку. У нас произошел ребрендинг. Это не просто какое-то желание поменять бабочку, либо наш цвет логотипа, все намного глубже, потому что мы сделали глубокий анализ нашего бренда, кто есть на самом деле Candy Lady. Над ребрендингом трудилась целая команда, мы привлекли агентство из Питера. Было много интервью с нашими клиентами, со мной. Рисовали, писали, штурмили. Я начала смотреть на все другими глазами. Мы присмотрелись к нашим клиенткам и поняли, что Candy Lady – это естественная девушка. Красивая, утонченная девушка с приятной энергетикой, девушка, рядом с которой хочется находиться. Уверенная в себе и, что самое главное, счастливая. Для нее одежда – это способ самовыражения. И мне так приятно, что сегодня в этом зале таких девушек так много. Candy Lady. Которые подчеркивают какие-то нюансы в одежде. Это импровизированные такие бабочки, которые можно вставлять в воротничок. Это кожаные ремешки с баской. Я стала намного увереннее в принятии каких-то решений, в выборе тканей, в выборе каких-то силуэтов, образов. Я чувствую, что наша команда намного сплоченнее стала. Я вдохновляюсь каждым днем. Я вдохновляюсь красотой природы, солнцем, морем, я не знаю, любовью прежде всего. У нас все цвета – это желтый цвет солнца, насыщенный синий цвет волны, голубой, коралл, розовый. Это все натуральные такие цвета, цвета природы, цвет счастья. Сегодня на позе работали не только профессиональные модели, но и обычные, настоящие мамочки с дочурками. Это, конечно, большое, хорошее начало, то, что у Оли Барабанщиковой есть такая тема в моде, то, что теперь в Беларуси появилось такое направление, как Family Look. И можно и мамам, и детям выглядеть стильно. Мне очень нравится, что у меня такое же платье, как у мамы.
Каждая девочка хочет быть как мама. Это так здорово, вот когда мама и дочь сразу выделяются из всех, их видно, потому что они похожи. Мне очень понравилось его платье. Километр шифона превратилась просто в искусство. Мне очень понравилось, правда. Вот искренне я прям вышла с таким каким-то вдохновением после этого показа. Кэнди Лэйди – это счастливая женщина, и это правда. Просто великолепно. Вот найдена своя ниша, которую я, в общем-то, еще не видел. Очень правильное позиционирование бренда, грамотное, спланированное. Мне очень одежда это понравилась, очень. Ребрендинг будет проведен не зря. На самом деле, мне очень понравились цветовые решения, желтые, яркие. Платья в пол понравились очень. На самом деле, я в восторге. Плакат был динамичный. Модели яркие, цвет, ткани, видно, дорогие, хорошие. Особенно с этой погодой, такие яркие краски, все в восторге. Знаете, ее коллекция, это как она сама. Такая же яркая, нежная, веселая, беззаботная, любящая. Ольга сказала, что бренд Кэнди Лэйди – это в первую очередь одежда для счастливой женщины. Именно таких женщин мы увидели на подиуме. Модели улыбались, что вообще, в принципе, не так свойственно для подиума. Мне очень понравилось то, что я почувствовала огромное сердце в этом бренде. На самом деле счастливая женщина. Меня очень тронуло то, что были мамы с детками. Это невероятно круто. Мамы с дочками, они были самым-самым крутым, ярким элементом, наверное, всего действа, потому что красивыми моделями в красивых платьях уделить сложно, а такими искренними эмоциями, с такими совершенно потрясающими детьми было очень приятно. Чувствуется, безусловно, другое настроение, чувствуется готовность Оли стать мамой. Мне очень понравилось, мне хочется еще раз проходить. Привет тебе, пламенный, спасибо большое. Спасибо. Бренд стал более серьезным, он стал меньше похож на масс-маркет, больше похож на взрослый самостоятельный бренд, которым занимались. То есть это уже не хобби, это уже бренд, это читается, и, в общем-то, очень приятно видеть, когда люди профессионально растут. И по количеству людей, посетителей, и на самом деле ярких людей Беларуси вы можете осудить, что бренд популярный, что Ольга действительно делает свое дело хорошо, и ее гости, ее клиенты, ее люди получают удовольствие. Этот бренд вызывает улыбку. И, в общем-то, ничего другого, кроме как хорошего показа от Оли Барабанщиковой, не ожидали. Это супер! Поздравляю! Творить, создавать ткани, образы, красивое платье, счастливые клиентки – это настолько мое, это удовольствие, от которого я не могу отказаться. Это то, чем я действительно живу сегодня.